Всем привет! Давайте сегодня приготовим пирог с карасем и зеленым луком. Для этого в чашу просеем муку, добавим соль, добавим крахмал, в кружку нальем теплую воду, добавим сахар, все перемешаем, добавим дрожжи, все перемешаем и оставим на 10 минут. Через 10 минут дрожжи готовы. Добавим в муку и замесим тесто. Добавим подсолнечное масло. Тесто получается мягким и не липнет к рукам. Берем в теплое место, у меня это заранее прогретый духовой шкаф на 1 час. Рыбу очистим, удалим внутренности. На спинке сделаем небольшие надрезы против мелких костей. Возьмем зеленый лук, мелко нарежем. Через час тесто готово. Возьмем противень, смажем подсолнечным маслом, выложим 2 трети теста, растянем в нижний слой. Выложим зеленый лук. На лук выложим карася. Просолим. Внутрь карася добавим зеленый лук. Раскатаем 1/3 оставшегося теста. Карасям добавим сливочное масло. Из второй части теста сформируем верх пирога. В чаше смешаем яйца до однородной массы. Яичной смесью смажем пирог. Сделаем отверстие для выхода воздуха и уберем в духовку на 40 минут при температуре 180 градусов. Пирог с карасем и зеленым луком готов. Готовый пирог сверху смажем сливочным маслом. Пирог получился очень вкусный. Вкусная корочка пирога, зеленый лук и вкусный карась. Кому понравился рецепт, ставьте лайк, подписывайтесь на канал Рецепты на выбор, делитесь с друзьями в социальных сетях. Всем до новых встреч!